Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, мы не можем согласиться с такими формулировками. Значит, может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. И в чем заключаются проблемы современного мироустройства? Давайте ну прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система. Значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Может быть. Но ракет было. Завались. И были такие яркие политические деятели, как Никита Хрущев, который сапогом там в ООН стучал, да? Ну и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО думали, да ну его нафиг этого Никиту, и же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советского Союза не стало. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией. Она очень зависимая. Она, значит, прошла вот трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется. Вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик. И значит, Ирак, и Ливию, и Афганистан, а до этого Югославию. Это что, все было в рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться. А нам защищать свои кровные интересы, русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. И нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать. А выстроить сбалансированную систему интересов и отношений. Давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился. И мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему. Но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? Ну, в качестве сверхдержавы нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. И времени, и сил нужно, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там, ничем командовать. Но к нам не лезьте. И не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и все. И если есть в чем-то и будет, и возможно в чем-то лидерство России, это в отстаивании норм международного права.